Он у него что-то крипат, короче, да, чумной был с чем-то сделан. Что там за модификатор вообще хоть? Минус Модификатор ремень одного. Дарнбида. Минус элементалка, это нормально. Сейчас буду с ЗО дамажить по ним элементальным уроном. Так наоборот, мы не можем по ним элементальным дамажить, у них плюс. Ну, только я буду дамажить по ним элементальным уроном. ДЦП. Чего-чего? Дурак. Да он на бафанные пухи-то особо не влияет, на самом деле. О, мана. Кто ману кинул? Нихуя, у меня тут сейчас пинг подскочил. Не кажется, не кажется, что можно спать. Что мы как-то грузимся, странно, блядь. Не знаю, я его уже лечу минуту, наверное, где-то. А, ну, ты один так или все? Нет, только он. Тебе надо переподключиться. Да, уже прилетел. Прилетел? Что за хуйня, двери? Подожди, двери не открываются. Я обожаю зараженных. Обожаю зараженных и гринеров. Потому что их Сарина изи разбирает. Я еще никого не убил. Ну, то чувство, когда элементальное улучшение, а ты шотаешь, ебать, паркаты, ладно. То чувство, когда у твоего посоха 12 метров зоны поражения. Или вообще 18, пружинка. Я, кстати, заролил себе, похоже, на ПМР специально для дуэли, Макс. Блять, повторяй, повторяй. Нашли еще? Сейчас тебе линкану, короче. Чего-чего? Две эти штуки нашли. И это, пистолет на подный. Вот одна, но ее открыть не. Ой, ты сейчас будешь моды кидать, Дэн? Серьезно? Че, мод долго чекать, что ли, блядь? Долго. Да это вылазка, долго. Почему бы не чекнуть, например? Это за тебя меня. Вот я тебя грешу. Это интересно. Бля, нихуя ты как далеко, бля. Ой, минус урон зараженный. Убил скорость. У меня скорости побольше дает. Ну, у меня скорость в сборке 1.02. У тебя сколько в сборке скорость изначально вызывала? Тут новые. Блять, я ищу эту опухоль, не могу найти. Тут они вообще все близко должны быть. Я вот уже две взорвал. Вот еще две. Я тут вообще посохом с хорошим радиусом машу, блядь, и что-то вообще опухоль не вижу. Вон, все, он такой кули. Нашел еще одну. Уже на выход пора.
Ты чувствовал, когда ты на нигде просто вырезаешься в стен? Че, у кого-то аура ускоритель, что ли, стоит? Ну, там вот просто... Очень, наверное. Меня на винтовку. Снайперскую. Блядь, лили скорость слишком высокая. Ну, просто Никса на фулл скорость, фулл паркур с собой взят. Тут такая скорость прям бешеная вообще. А ну-ка, чекнем локи. Да, локи ускорить стоит. Мне вообще нравится позиция, знаешь, людей, которые приходят на вылазку локи. Они просто заходят в инвиз и ждут, пока кто-то пройдет миссию за них. Ну это нормально, чё? Большинство так делает. Поэтому я больше в основном прохожу вылазки в сторону. Здешние враги обладают усиленной броней. Блять, чё там? Оборона? Сильной броней, то я также возьму Сарину и всё. Ну вот-вот. Сейчас, секунду, поменяю. А чё у тебя забил дэм на Сарину? Меня? После его? У меня вообще, блядь, 8 лазаринок в Сарине. А, ну заебись. Там всё нормально. Так, а у меня в обан тут не палили. Ну ладно, так, пойдем туда. Вот я не знаю, что на Сарину лучше, биоэнергия прайм или живучесть? Это я хуй знаю. Живучесть, наверное. Потому что у него брони много. Поэтому лучше, мне кажется, живучесть было бы ставить. Кстати, Макс, ты знаешь то, что эту тренер с Костаносами порезали? Который под ноги все кидает, всю эту хуйню. Да ладно, наконец-то. Ага. Не, я знал, что это, конечно, порежут, но это слишком быстро сделали. Я взъебал краситься, давай быстрее. Макс, он у тебя тоже лагает, Макс? Ну, иногда. А, тут информатор, можно было, в принципе, лимбы взять. О чем мы не запускаемся? Надо на таймер надо нажать, я пока еще не нажимал. Че, лимбо взять или нет? Значит, надо. Окей. На обороне. Там же информатор. Чувак будет ходить. Его можно в разлом кидать, все. Да, поздно. Я не знаю, почему все это АФК Warframe берут именно локи. Почему никто не берет лимба? The enemy is first up. You must defend our equipment until reinforcements arrive. Нихуя себе пинг. На свопом. Не могу все.
Let's go on the offensive. Да. Ага. Когда-нибудь играл с оружием ближнего боя, у которого счетчик комбо не набирает. Играл. И как? Да, я лагаю, походу, да, мужики? Не знаю, может, как я лагаю. У меня просто пинг вообще жестокий какой-то. Да у меня тоже пинг жестокий. Андрюха, у тебя все нормально с интернетом, Андрюха? Ой, Андрюха, говорю, Макс. Вот, ну да. Макс. Тут, блядь, пинг вообще что-то то под 7 соток зашкаливает, хотя разговариваю я с вами нормально. Может, игра надо перезайти? Может, игра надо перезайти? Так, у меня такая же фигня. Я играл, у меня был такой МР Макс на минус длительность комбо. Так что, ну, правда, нормально. Он особо не мешает, вообще нет. Да нет, он на самом деле мешает. Ну, у тебя, да, у меня нет. У меня как моб ложился с 10 ударов, так и ложится. Ну, именно пулеметчик. У меня с подката он с удара ложился. Ну, я понял, понял. Ну, я чисто от множителя комбо и от подката играю, поэтому мне минус множитель комбо, это очень большой для меня минус. И 1200 миллисекунд, в принципе, для меня тоже очень большой минус. Ты меня слышишь, Макс, нет? Да-да. У меня 900 минус, я тебя понимаю. Таким пингом вообще не могу, короче, свои споры наложить на врагов, нахуй. А зачем тебе споры накладывать? На одного наложил, а дальше разбросим сами. Не знаю, у меня нормально бегаете оба. Не, ну да, бегаем нормально, но пинг показывает здраво. Чё у тебя за бинг там такой стоит, что тебе нужно постоянно споры делать? Нет, там длительности очень мало. У меня мистический шлем в парку. Так длительность не спадет, пока не умрут все враги, которые под действием. Нет, у меня спадывает, потому что у меня...
The extraction team will take over from here. Time to evacuate. Да, ты тут? У нас это Денис потерялся. Так, а ты, у тебя какой ник? Да, в пати у вас. Ну это понятно. Я Джефф, Джефф или... Да, Джефф, Джефф. Ясно. SX, отклони выбор. Мы четвертого ждать будем. А что у нас там третья за миссия? А там спасение там на минуту. Буквально. Взять что ли лимба? Ты в основном за Рина играешь? Ну, в основном, да. Ordis has been counting stars, operator. All accounted for. Так я думал, что он ливнет. Не, ну видишь, еще подождал. А раньше Шом играл? Ну, до того момента, как я вернулся в игру и его фиксанули. Это... Да, в принципе, он тоже сейчас неплохой. Но раньше он был дисбалансным просто. Сейчас подойду к Гебе. Well put together, operator. Now get out there and cut down the and make the Lotus proud. Че это, чучело не пришел еще? Да нет. Возможно, кстати, можно глянуть по поводу VPN, может у меня VPN сейчас стоит, ну, думаю, навряд ли. Нет, он выключен. Я
Я походу догадываюсь, что у него забил на Сарину. Походу фул силу сделал. Ну зачем мимолетку там ставить? Для энергоэффективности. Ну это понятно, вроде, да? Можно по-другому как-то сделать. Да-да, вот я тоже думал. Поток этот поставить. У меня по статистикам сейчас получилось, у нее, короче, длительность 130, энергоэффективность 130, силы 180, да, на поражение 190. Вообще замечательно, я просто бью и споры раскидываю. Не знаю, у меня проблем не было, пока эти не умирали. Со временем все нормально. Не, ну у меня был билд, короче, до этого еще чисто на ближку, если делать ее. У меня есть билд, длительность 220, сила с это 285. Минус зона, минус энергия, эффективность. Просто въебашил третий скилл и побежал убивать. А, он через стройку, что ли, собрался? Да, чисто через стройку делал. А сейчас сделал. Я имею в виду, он через стройку, что ли, собрался. Mm-hmm. Просто видишь, в чем этот? То есть на единицу даже длительность в этих нету в статах. То есть, как где он ее там нашел, я даже не понимаю. А, там понял, короче, длительность влияет на распад. Типа, если у тебя мало длительности, то когда враги все умирают после твоих спор, у тебя вот этот стайки урон, который быстрее. У тебя остается, падает сразу на ноль. А с распадом он некоторое время еще держится. Так что я не знаю, зачем ему вообще длительность. Она, по сути, не нужна. Ну, это да. Но я сделал длительность чисто для третьего скилла. Чтобы, короче, просто благодаря третьему скиллу, когда ты накладываешь первый скилл, одним ударом ты лопаешь сразу все... этим, ну, это я в курсе. А, спорами на враге. Поэтому я не стал резать. Он написал, я перезагружу ноут, и нет, а то у меня пиздец что-то. Ну это я видел. Ну, я даже не знаю. А у меня, говорю, это как-то нет варфрейма, которым я в основном играю. Сильно по чуть-чуть. Не, ну я так тоже вижу разных. Ну, в основном, да, это время. Мне за него просто комфортно, то, что его тяжело убить в этом плане. Ой, если тяжело убить, я просто беру лимбо, короче, и не парюсь. Не, ну лимбо он более такой, как, можно сказать, АФКшный. Ну это да. Плюс ему еще вот эту фишку, когда с разломом сделали, что он там просто через шифт заходит. Не, если любишь сражаться и не быть умираемым, то лучше бы сделал тогда себе Аберона, там, не знаю, через третий скилл. У меня вот Аберон получается, в нем стоит адреналин охотника, живучесть, это стальное волокно. Там фул силы и просто я видел, тебе бьют. На кого с ним ходили? А, так у меня не как у Дэна. У меня же не такие билды, как у него. Я делаю билды так, чтобы было удобно мне. Я не знаю, я вообще за Аберона практически не играл. Поэтому мне как-то, не знаю, я вот мне внешне, что ли, не нравится. Если бы скин на него нормально бы сделали, тогда может быть. Так скин есть нормальный, прикольный же. Или тебе не нравится? Ну, он тоже как-то не особо. Ну, хз. И Миса у меня по-любому... Я уверен, ни у кого такого билда нет. У меня тоже она через адреналин охотника сделала. Чё-то брынькало. У меня и получаются пистолеты, короче, Телос Акболта. Я когда пистолеты ультуют, отхиливаюсь. Поэтому дискомфорта нет особо. Велес. Максим? Да-да. Здравствуйте. Кто именно? Какой из них? Окей.
Это сложно. Привет. Привет. Привет вам. Обоим. Обоим? Окей. Ты к какому Максиму именно обращался-то? Не знаю, я второго не знаю. А ты заткнись. Какой из? Какого второго, знаешь-то? Блядь, как с вами трудно. Знакомая ситуация, когда вокруг куча Миш. Та же история была. Это точно. Сейчас, Сонь, мы добьем этот вылазку, и я арк запущу. Окей? Так, а чё, мы хотим на глобал или хотим... Чё? Привет, Миш. Привет. Блядь. Эх ты, сучонок, я аж захрюкал, блядь. Я тебя не признал. Я что же не признал? А знаешь почему? Потому что он писька. Блять, я-то думал, что это, блять, мы все вместе через Соню, а теперь ты, блин, так? Ты че это? Ну, я же в Красноярске сейчас. А че ты туда решил? Ну, так вот случилось в очень сложной ситуации. Понятно. Скоро и Соня сюда приедет. Ясно. Прям удивил, что вы раздельно. Я бы и не понял, если честно, если бы ты мне сказал. В смысле? А как я тебе сказал? Да не я сказал, это Соня. Я вообще удивлен, что ты меня не узнал. Начал говорить, думал, ты там через нее что-то скажешь. Больше 10 лет, Макс, разговариваем, а ты меня не узнаешь. У тебя звук искажается через Дискорд. Я так отмазался. Все, я понял все с тобой. Так, а мне, кстати, интересно, а нет, не добавляет нифига, почему так? Странно, вот должен был бот добавлять роль, в принципе, каждому, а тебе не добавил. Значит, нужно достраивать, блин, эту всю фигню. Не настроил я до конца. Сидел сейчас где-то около часа, блин, даже, может, больше возился с этим ботом, с группой, роли раздавал, блин. Как ты любишь геморрой. Не, ну мне вот этот чувак скинул, который стрим смотрел раньше по поводу этой всей херни, и я что-то заморочился, начал, блин, лазить. Но я искал другой бот, который будет музыку включать, там все дела, короче, и что-то я в нем пока не разобрался. Как-то так. Ладно, мы чё придумали, что мы будем действовать? Мы чё придумали, что будем делать? В арк, наверное, пойдем. Я имею в виду, что там мы пойдем на глобал или собственный, или что делать? Я не знаю, я бы это добил все-таки Вознесения. Вы, кстати, проходили его, нет? Нет. Yeah. Я заходила на свой сервак, смотрела, и еще там смотрела, как чувак это делает на Ютубе. Ну, самой как-то мне лень. Ну, там просто диносов вести, там их много нужно. А так, там не особо тяжко на самом деле. Если, конечно, их не угробишь, потому что мы вот с чуваком с тем ходили, с которым играли, блин, он засранец, короче, встал передо мной, и получилось, я в лаву свалился, он встал и начал пятиться, и получилось, что он меня тоже скинул, блин, в эту лаву, я сдох, а я был хостом, то есть, если я подыхаю, и я возрождаюсь где-нибудь на этом, на острове, то его тоже выкидывает. У нас, получается, выкинуло, а диносы все там остались и через некоторое время сдохли. Было довольно-таки весело. Там где-то около 20 рексов сдохло. Бедные рексики. Это про какую игру? А? Да, про арк. Да, про арк. Понятно. Да шо, как-то так. Ну так я что имею в виду? Мы на собственный пойдем? Ну я бы тот бы добил на самом деле, потому что я как бы ачивку хочу. Если вы хотите на глобал, то... Не знаю, можете найти глобал, если вам интересен глобал. Не то, чтобы нам интереснее глобал, там слишком долго сидеть надо. Ну, Дина там... Ну, а там уже все есть, в принципе. Там только динов доделать, довырастить. Есть неинтересно, я поиграться хотел. Хотя ладно, давай я сейчас это, вылазку потом допройду, Макс. Я не знаю, когда там Дэн забежит. Я тоже не знаю, когда он забежит. Вот.